Анонс и точная дата выхода 295 и 296 серии турецкого сериала «Клятва». Новые серии сериала будут выходить на турецком телевидении 19 и 20 декабря. Серии будут выходить по одной в день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Фериде вошла в комнату, то Егид очень сильно плакал. Она увидела рядом с ним новую няню, которая хотела ударить ребенка. Фериде остановила эту обезумевшую женщину и сказала ей больше никогда не приближаться к Егиду. Фериде крепко прижала к себе Егида и сказала, как хорошо, что он у нее есть. Эмир очень сильно удивился, когда увидел в особняке Фериде. Она спросила у Эмира, не передумал ли он на ней жениться. Когда все в особняке собрались за столом, то Эмир сказал, что у него есть для всех важная новость. Сингуль не готова была услышать подобное заявление, Эмира ее шокировало. Она подошла к Фериде и обняла ее, так как хотела сделать вид, что рада за нее. Но Сингуль спросила у нее, что все это значит и что задумала Фериде. Хикмет решил спросить у своего сына, хорошо ли он подумал, прежде чем принять такое серьезное решение. И уверен он в своей любви в отношении Фериде. Эмир ответил, что он не хочет жениться, чем сильно удивил своего отца. В этот момент Сунгуль сорвала всю свою злость на Мелике, и она даже выплеснула из стакана ей в лицо воду. Эмир спросил у Фериде, сможет ли он стать хорошим отцом. Фериде в этом даже не сомневается, он сможет стать самым лучшим папой для своего сына. Напомним, 295 и 296 серии сериала продолжат выходить 19 и 20 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.